Сезон ремонта дорог подходит к концу. В Кургане большая часть объектов уже сделана, но на некоторых участках еще можно увидеть дорожную технику. Руководитель администрации города Кургана Александр Паршань лично проверил несколько участков дорог, на которых до сих пор ведутся ремонтные работы. На улице Бажова, по словам представителя фирмы-подрядчика, в настоящее время выполнено порядка 60% от плана. Вопрос с обустройством ливневой канализации практически решен. Начался демонтаж старых и установка новых светильников. После ремонтные бригады приступят к укладке верхних слоев дорожного полотна. Завершить все работы подрядчик обещает к концу октября. Как отмечают рабочие, ремонту на данном участке препятствует движение автомобильного транспорта. В целях ускорения производства работ планируется отработать вопрос с госавтоинспекцией, чтобы перекрыть улицу Бажова на время укладки асфальта. Еще один проблемный участок, который посетил руководитель администрации – шоссе Тюнина. Затянувшийся ремонт, по мнению Александра Паршаня, это следствие ненадлежащего контроля за производством работ. Теперь подрядчика обязали завершить ремонт до наступления холодов.